Один, а не два несчастных случая на воде произошли в Шуе на этой неделе. Разночтения возникли из-за противоречивой информации на двух официальных порталах – Главного управления МЧС России по Ивановской области и Областного государственного управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности региона. На последнем информация оказалась верной, а вот на сайте МЧС ее изложили с искажением. Несчастный случай на ТЭЗе произошел не 17, а 16 июля. Знаете, вот я информацию давал на нашу пресс-службу, вот, я ее подал в 11 часов 17 числа, но случай у нас произошел 16-го в 16:20. Мужчина, 31 год ему было, то есть купался в необорудованном месте в пьяном виде. Второго факта не было. 17 числа у нас происшествия на воде не было. При службе Главного управления МЧС подтвердили, что новость на сайте опубликована с ошибкой, но корректировать ее, похоже, не собираются. Невероятно, но факт, этим разделом пресс-служба не занимается. Отметим, что в этом году купальный сезон в Ивановской области выдался действительно жарким для спасателей. В воде погибли 15 человек.